Всем здорово, народ, с вами Варчик. В этом видео расскажу вам про одну хорошую позицию на карте промзона. Такие видосы будут время от времени выходить, но довольно-таки редко, поскольку такие уникальные позиции, про них нужно знать, а самое главное, нужно знать, когда их использовать. Поскольку фишка самых имбовых позиций от всех топ-статистов не в том, чтобы каждую катку на них ехать, и ты просто потому, что туда приехал, уже показываешь великолепный результат. Вся фишка в том, чтобы на правильном танке в некоторых боях использовать эти позиции, использовать правильно, грамотно, применяя свой скилл. И только тогда все будет получаться хорошо. Если тупо каждый бой на любом танке ехать в эти позиции, практически все топ-позиции топ-статистов со стороны похожи на какие-то укрытия, которые находятся в очень агрессивных местах, близко к врагам, так чтобы на первой линии вы могли наносить урон, но вас не могли задавить враги. Так и на карте промзона есть такая же позиция для нижнего респа. На быстром бронированном танке можно поджаться под вражеский заводик, и оттуда из-под кучки можно накидывать врагам в щи, набивать кучу урона в самом начале, выигрывать борьбу на фланге, и после того, как мы выиграли фланг, мы можем отправляться дальше, завершать бой и набивать еще больше урона. Самое главное в этой позиции, чтобы ваш танк успел доехать, чтобы враги играли этот фланг не всей командой, не ехали просто вперед, такое тоже иногда бывает. И нужно, чтобы союзники сзади вас на этом фланге тоже присутствовали. Поскольку если вы поедете туда один, союзников не будет, вас задавят и все. Если вы туда поедете, а вся команда вражеская тоже играет этот фланг и играет агрессивно, вас тоже задавят, несмотря на то, что сзади вас есть союзники. Так что получается, подходящий танк плюс союзники на фланге, плюс враги на фланге, но не всей командой. И можно использовать эту наработку для того, чтобы сделать хороший результат. В принципе, эта же схема работает практически для всех агрессивных позиций на многих картах. Но вот для того, чтобы такие позиции найти и узнать, нужно пересмотреть кучу сильных игроков, увидеть эти позиции, запомнить, научиться использовать. А это очень долго, муторно и не всегда интересно смотреть всех этих топ-статистов. Поэтому в этой рубрике будут время от времени появляться видосики, которые направлены на то, чтобы облегчить поиск таких вот позиций. В этом бою на промзоне, в принципе, приехал, от бортика расстрелял танчики, которые, в принципе, были не особо мной заняты, они больше были заняты моими союзниками, и пока они там пытались что-то делать, я их расстрелял в бортину. Потом увидел, что мы выиграли уже все на фланге, на этом никого нет особо. В кустах там танчик остался, но ехать за ним смысла нет, он в бою особо не участвует. Лежит там в углу и пусть валяется. Возвращаюсь на базу, там вижу, что вся команда по зелени вражеская приехала к нам на респ. Значит, надо ехать его защищать. Приезжаю от башенки и от башенки всех на базе убиваю, поскольку враги не успели доехать никуда, в полупозиции стали нигде, я их просто там убил и все. Вот такой вот по сути бой, в конце поехал добивать последних врагов, но не успел, он сам там сдох в углу от старости. Ставьте лайки, пишите комментарии, с вами был Варчик, играйте красиво, всем пока.